В нашем регионе появилось мобильное приложение 112 Югра. Подготовили его Департамент информационных технологий и Югорский НИИ информационных технологий. Главная цель приложения – помочь пользователям сформировать навыки поведения в разных чрезвычайных ситуациях. В нем содержатся инструкции, в которых объясняется, как вести себя во время пожара, взрыва, бытовой аварии, при получении травм и так далее. Можно посмотреть и тематическое видео. Отмечается, что приложение будет одинаково полезно как детям, так и взрослым. К тому же для тех, кто в критический момент не может вспомнить номер телефона экстренной службы, в программе встроены кнопки вызова спасателей. Сегодня приложение проходит тестирование. Добавим, что пока установить его могут только пользователи смартфонов на базе Android. Для iOS оно пока недоступно.